Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Подписывайтесь, кто не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Сегодня поделюсь с вами новым рецептом домашнего хлеба, который печется на сковороде. Нужно взять 400 грамм муки, 2 чайные ложки сахара, щепотку соли и пакетик дрожжей. Все это просеять через сито. Сделать ямку в муке. Взять 200 грамм теплой воды, вылить половинку, немножко помесить и потом вылить остатки водички. И замешиваем тесто. Тесто вымешивать будем минуточек 5-7. Сверху поливаю растительным маслом. Получается вкусно, делается просто, а главное доступно. Итак, вымешиваю минут 5-7. Тесто укладываю в блюдо. Закрываю теплым полотенцем и оставлю на 1,5 часа. Прошло 1,5 часа, тесто опять уминаю, оно хорошо поднялось. Немножечко слегка, сильно мять его не надо. И еще на 0,5 часика оставляю, чтобы еще раз поднялось. Тесто поднялось, мягкое, пушистое, беру сковороду. Наливаю растительное масло, разогреваю. И выкладываю наш будущий хлеб на сковородку. Немножко разминаю руками по диаметру сковороды. Под крышкой потом он еще поднимется. Сковорода у меня на очень-очень маленьком огне. Крышкой закрыла. Прошло 20 минут. Одна сторона у меня поджарилась. Я перевернула на другую. Другая тоже примерно будет жариться 20 минут. Все, домашний хлеб готов. Достаю сковороды, выкладываю на тарелочку. Хлебушек горячий. Очень вкусно пахнет. Я решила сверху еще помазать сливочным маслом. Серединка мягкая, корочка такая румяная, хрустящая. Как пахнет вкусно. Сейчас я вам разрежу и покажу, какой он внутри. Хлеб горячий. Жжет пальцы. Так. И вот что у нас внутри. Мягенький хлебушек. Попробуйте такой хлебушек. Не захотите магазинного хлеба. Свой хлеб всегда вкуснее. Тем более домашний. И нужно для всего ингредиентов. Мука, вода, сахар, соль, дрожжи. Все. Самый простой рецепт. Самый простой хлеб. Но вкусный. Всем советую приготовить. Всем пока-пока. Жду на новое видео.